С 1 апреля вырастут пенсии, и это не шутка. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 2,9%. Индексация коснется свыше 22 тысяч пенсионеров Ивановской области. Средний размер социальной пенсии после повышения составит примерно 8,5 тысяч рублей. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума, который в нашем регионе составляет 8460 рублей. Напомним, это уже не первая индексация пенсии в 2018 году. Это повышение плановое, оно проводится у нас ежегодно с 1 апреля. Хотелось бы напомнить, что с 1 января мы производилось повышение индексации страховых пенсий, они были повышены на 3,7%. 1 февраля мы повысили ежемесячные денежные выплаты на 2,5%. И вот очередная индексация, которая коснется получателей пенсии по государственному пенсионному обеспечению.